Сегодня в Венспилском дигитальном центре комиссия по регулированию общественных услуг ознакомилась с презентацией предприятия Венспилс Силтумс о новом проекте тарифа на отопление, который, возможно, вступит в силу в феврале следующего года. Предприятие Венспилс Силтумс подало проект нового тарифа в конце сентября. Его должна рассмотреть комиссия по регулированию общественных услуг. Проект предусматривает снижение тарифа на 5,8% в денежном эквиваленте на 54 евро 90 центов за мегаватт-час, не включая НДС. Сейчас в силе тариф, установленный в мае прошлого года, который дороже на 4 евро и составляет 58 евро 30 центов. Это не первый случай, когда в Венспилсе снижают тариф. Если комиссия по регулированию общественных услуг утвердит новый проект тарифов на тепловую энергию, то начиная с 2013 года общее снижение тарифов на отопление в Венспилсе составит более 13%. Причин понижения тарифа несколько. Переход с мазута на щепу, реконструкция котельных, а также установка конденсатора дымовых газов, что позволило увеличить объем производимого тепла без увеличения количества топлива. Щепа содержит примерно 40-50% влаги, которая при сгорании испаряется и выводится в атмосферу. С помощью нового прибора пары попадают обратно в систему. В летний сезон плата за нагрев кубометра горячей воды составляет 2 евро 74 цента плюс НДС. А в зимний сезон плата за нагрев кубометра горячей воды дороже и составляет 3 евро 38 центов плюс НДС. Почему так происходит, объясняет руководство предприятия. Ну, 1 мая или 30 сентября... С 1 мая по 30 сентября плата за горячую воду немного меньше. В летний сезон для нагрева одного кубометра горячей воды было необходимо 0,48 тысячных мегаватт-час. Горожане платили за горячую воду 2 евро 74 цента. Начиная с 1 октября эта плата будет выше в связи с началом зимнего сезона и составит 3 евро 38 центов за кубометр, плюс, конечно, НДС. Эта методика расчетов связана с тем, что летом холодная вода сама по себе теплее, по разным причинам, и затрачивается меньше тепловой энергии, чтобы нагреть холодную воду. Так что все это связано только с количеством энергии, которая была использована для нагрева воды до 55 градусов. Зимой понижается температура воздуха и понижается температура воды, поэтому необходимо большее количество энергии для того, чтобы подогреть воду до нужной температуры. Тариф на тепловую энергию, согласно методике расчета, постановленной Кабинетом министров, состоит из трех компонентов – производство тепловой энергии, управление и распределение, а также торговля. До середины октября у каждого жителя была возможность высказать свои предложения или претензии касательно проекта нового тарифа. На сегодняшней презентации председатель правления Венспилс Силтумс представил комиссии по регулированию общественных услуг расчеты предприятия, из которых 26% уходит на приобретение топлива, потом следует электроэнергия, вода, налог на природные ресурсы. Оплата труда на предприятии увеличилась на процент и занимает одну из низших позиций расходов. Если регулятор общественных услуг утвердит новый тариф, то он вступит в силу 1 февраля 2017 года, и горожане будут платить за тепло меньше. Татьяна Шкаская, Гонда Порнеца, Инс Жозыч, Курзинское телевидение.